Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хочу показать такая ситуация с сыном-маткой. После опороса стала кидаться на всех, не подпускает никого во время опороса. Троих поросят убила, попрокусывала их вот. Одного прокусила, второго прокусила. Третьего задушила. Поросяток всего 6 штук было. И то я смотрю, с этими она тоже так себе. Можно ее, конечно, было уколоть, там все эти вещи. Просто уже был у меня опыт такой. Я смотрю на это все с позиции, что не пора ли тебе тварь на мясо. В общем, у меня был опыт такой, вызывал ветврача, он делал ей уколы, ее вырубили, грубо говоря, она отключилась, а потом, когда она включилась, подложили поросят, но она все равно их не кормила, пришлось убирать, короче, все, поросята были, ну, как скажем, запороты, грубо говоря. Темно так просто, плохо снимать, ну, как есть, посмотрим, сейчас посмотрим мы. Что с ней будет дальше. Получается, во время опороса, я так понимаю, она немножко не поняла, что происходит. Это перватка. Хотя вот такое отторжение бывает и на пятом, может быть, и на шестом опоросе. Ну, у перваток достаточно часто. При этом агрессивная стала. Но это уже прошло, у нас тут время какое-то. Первых троих просто убила. Видно, не понимала, что происходит. Больно было. И какие-то непонятные пищащие новые соседи появились. Еще один момент. Вот свинья, свиноматка, беконного типа, лысая, ну, плюс хрячок беконный тоже лысый. И, короче, получается, если там сильно намешано петрен с дюрком, то получается так, что очень-очень малоплодные свиноматки. Вот все у меня уже не только у меня. Я вот замечаю 5-6. Если 8, так это рекордсмен. С одной стороны, вроде бы оно и хорошо. Поросятки будут красивые. Ну как красивые. Все загонщики свиней полюбляют, чтобы у них был бекон. А приемщики так вообще просто при виде бекона поднимают цену сразу. Знаете, как у человека поднимается, а у них на цену поднимается. Но в плане что-то там получить, нормальный приплод, это очень сложно. Не более 8 штук. 5-6. Вот как и здесь. 6 поросят. Ну да, они крупные, там все. Но мне как бы их не крупность. Они даже родившись мелкими, они за месяц набирают свой вес. Ну, попадают в свою весовую категорию. Становится нормально. Это ж, ну, и плюс самый главный недостаток. Она их просто поубивала. Не буду акцентировать на мертвых внимание. Но при разведении свиней будьте готовы и вот к таким нюансам. Свиноматка просто у меня, ну сейчас скажу, я, ну сколько мы опоросов приняли, так прикинуть на вскидку, может штук 20, да, опоросов было. Там с десяток, тут, то все, да. И вот по факту у нас второй раз попадается такая вот ситуация. Ну, это получается там из 22 раза. Да чуть ли не сколько это у нас? 2? Нет. Нет, 10%. 10%. Ну я думаю, надеюсь, видите, оно как-то так. То вообще первая свиноматка и бум, такая вот фигня. Это уже тоже перватка, но ну, все равно неприятно. Она их вроде кормит. Видите, даже я боюсь заходить, потому что она возбуждается, начинает бросаться. Ну то ладно, мы щитом бы отгородились. Не хочется, чтобы она додавила этих. Потому что как она себя поведет после этого. Сейчас вроде успокоилась более-менее. Ну, уже с утра прошло после опороса. Там часов 6-7. Один из способов укол сделать. Там можно поехать в эту аптеку. Успокоительный дадут, она отрубится. Это ладно, полбеды. Второй способ, более такой, знаете, консервативный. Скажем так, народный способ. Это напоить ее. Просто взять пиво мецного и заставить выпить ее двушечку. Но опять же,
она уже начала принимать, ну смысла нету. Во-первых, вот она вообще их как бы просто, видно было дырки от зубов, она их просто побила, покусала. Я наблюдал такую картину, когда свиноматка, подпускаешь поросенка, она его бьет, ну, ударила и отскакивает. И тебя, она тебя начинает бросаться. Я еле выскочить успел. При этом, ну, 120-140 килограмм, не сильно ты остановишь. Она сделает, да, там, 150, она сделает с тобой все, что хочешь. Даже щит просто пробьет насквозь своим клювом. У нее клюв шаудят, вот, смотрите. Ты тогда похрюкай мне, не дай бог, кто-то из них еще пострадает. Ну, что ты делаешь? Ты же наступила на него. Даже невезучий. Да я вижу, он весь в этом, блин. Постоянно, да. Около плотных. Да-да, он еще с пуповиной. Ну, зайтись, почиститься, я, что мне нет вообще желания. Не, ну ел, кушает. Ну, видишь, она его не атакует уже. Не, она его пуповину ела, тянула, она его пытался догрызть. Ну, это же он загрызет сейчас их-то и все. Посмотрим, что на утро будет. Они так крупные, сильные. Просто она сильнее по-любому. Посмотрим, что она с ними сотворит. Даст Бог, что ничего не сотворит. В общем, сегодня 20-е. 20-е сегодня? Да. Ноября 2019 года. Вот такой у нас крайне неудачный опорос. Даже если бы вот она шестерых, как бы, когда она опоросилась, 6 поросяток, было бы нормально, по большому счету. Мы бы за них могли, допустим, там чуть-чуть цену поднять. Не, ну в идеале, конечно, чтобы было 8-10. Ну, вы видите, будьте готовы к таким нюансам. Поэтому настраивайте на то, что прибыли не будут миллионные, миллиардные. Надо быть готовым ко всяким черным полосам. У меня сейчас по жизни черная полоса. Началось с того, что ребенок заболел, пролежал неделю в больнице. И понеслось. Машину гепнул, хоть не сильно, но все равно неприятно. Жалко. Да. Одно, второе. Стиралка сгорела. Как вот тут, как... Уже я понимаю, черное, ну не вдоль же ж. Да, да, да. Ну ничего. Ладно, будем посмотрим, что будет с нашими поросятками. Будем надеяться, что они нормально откормятся, выживут, и мы их... Она покроет затраты кормов на себя, по крайней мере. Будет жить без прибыли в этот опорос. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.